систему и жизни страдающих школьников, которые культивируют себе первые романтические чувства. Главный герой по имени Фред в исполнении Кира Гилквист является всеобщим посмешищем, имеет серьезные проблемы с родителями. Дело в том, что папа и мама строят с ним отношения почти на бюрократической основе, а пиком абсурда являются подписанные контракты на внеклассные мероприятия. Тем не менее, увлечение прошеклассных детей не позволяет маме начать разработку нового проекта подумала про жителей города, которые явно не избалованы глобальными открытиями. Голливудский комик Уилл Феррелл с радостью отнесся к новости о том, что журнал Forbes признал его самым переоплачиваемым актером Америки. Гонорары Феррелла действительно не всегда рифмуются в кассовыми сборами картин кудрявого артиста, однако сам Уилл воспринимает это как должное. По мнению актера, он просто является олицетворением американской мечты. Модная актриса Кэрри Маллиган в последнее время ищет себе громкую роль оскаровского калибра и берется за любой восходящий в этом отношении проект.